Жиротопный салат «Антижир». Рецепт от диетолога. Быстрый и дешевый вариант для ежедневного ужина. Похудела уже на 42 килограмма. Отвариваю куриное филе в слегка подсоленной воде. Достаю из бульона, слегка обсушиваю бумажным полотенцем и разбираю на мелкие волокна. Это очень удобно делать так, как показываю на видео. Использую обычную вилку. Можете порезать куриное филе на кубики, если вам больше нравится такой вариант. Собирать блюдо лучше в глубоком салатнике. Дальше вы поймете почему. Нарезаю отварные яйца. Режу не очень мелко, потому что люблю, когда салат не превращается в кашу и чувствуется каждый кусочек продукта. Яйца добавляю к куриному филе. Нарезаю пекинскую капусту. Ее, конечно, можно заменить и на обычную белокочанную капусту, но пекинская в салате нежнее. Главное условие – хорошенько промойте капусту, чтобы внутри не оказалось нежданных сюрпризов. Капусту отправляю в салатник к остальным ингредиентам. Для заправки использую ложку 2% греческого йогурта. Добавляю каплю французской горчицы и немного лимонного сока. Не забываю посолить. А прованские травы отлично подчеркнут вкус блюда. Теперь настойчиво, но нежно смешиваем все ингредиенты между собой. Хоть салат и низкокалорийный, но есть целый тазик не нужно. Переложите себе на порционную тарелку. Слегка присыпьте кунжутом. И вот ваш идеальный ужин готов. Подпишитесь на канал и худейте вкусно!